вопрос нашего подписчика «Да-да-да», который спрашивает, почему в Уфе благоустраивают уже давно благоустроено, и приводит два примера. Улица Ленина, где была вполне себе приличная плитка и чугунное ограждение каслинского литья. Все это дело снесли и перекладывают новую плитку гранитную. И тот самый парк Аксакова, где, по мнению нашего подписчика, была вполне себе приличная чугунная ограда озера, плитка нормально лежала, кстати говоря, действительно, внутри парка Аксакова выглядел вполне себе пристойно. И вот все это дело, значит, сносится, и делается что-то новенькое. Согласен. Например, у нас есть в городе Уфе такой замечательный парк имени Гастелло, куда вообще без пулемета наперевес ходить не рекомендуется, потому что там пройти невозможно, там дикие животные, там протухшее озеро и прочее, прочее. Вот на этот парк никто внимания не обращает. А вот уже давно вполне себе приличные парки в центре города, их заново реновируют, так сказать. Я подозреваю, что это безумно выгодно, потому что под видом гигантских объемных работ можно провести какие-нибудь косметические ремонты, и все станет хорошо, денежки будут освоены. Это одно из возможных объяснений. Кстати говоря, вот сегодня нам написали тоже письмо про тот самый парк машиностроителей, который из тенистого такого лесного парка превратили в, как пишут наши подписчики, в пляж, потому что все вырубили. Парк был обнесен достаточно старой и очень добротной металлической литой оградой. Эту ограду тоже снесли вот эти, значит, армянские товарищи. И вместо этого новый забор нагородили, который стоит там бешеных денег совершенно. То есть, ну вот пример того, как можно на пустом месте осваивать бюджеты. Это вот теперь будет парк машиностроителей, еще одна точка на карте Уфы. Много было говорено про эти парковые мафии, про эти парковые бизнесы Хабирова. Ни у кого уже теперь нет никакого сомнения, что это лично бизнес главы региона, который лоббирует, толкает, проталкивает эти миллиарды в кормушку вот этого паркового бизнеса, и оттуда, значит, каким-то образом, видимо, они перераспределяются. Ну и вот плюс вот эти вот трое армянских товарищей, которые представляют у нас ООО, как оно там называлось, забыл, значит, Ренегат, Ренессанс, что-то такое. Вот эта вот ООшечка, которая освоила уже три крупнейших парковых объекта и, видимо, на этом не остановится. Ответа у меня нет нашему подписчику «да-да-да», почему реконструируют уже давно реконструированное, но у меня есть некоторые подозрения, как-то вот так.